Юные баскетболисты встретились в Кронштадте на традиционном турнире, посвященном памяти заслуженного тренера Александра Гомельского. Уроженец Кронштадта Александр Гомельский в течение многих лет руководил сборной СССР по баскетболу и воспитал олимпийских чемпионов 1988 года. В посвященном ему первенстве испытать себя могут баскетболисты, не получившие еще ни одной награды. На площадке детско-юношеской спортивной школы начинающие спортсмены соревновались в двух возрастных категориях – 9-10 лет и 13-14. В этом году приехали к нам с города Волосово, Санкт-Петербург, и еще подъедут команды Снарва. Старшая возрастная группа у нас будет 5 команд, младшая возрастная группа 4 команды. Организаторы турнира разыграли два комплекта наград. Лидером в младшей возрастной категории стала команда Василеостровского района Санкт-Петербурга. Золото старшей группы отправилось в Нарву, а вот бронза досталась единственной женской команде.